Всем здорово. Всем привет. Всем привет, с наступающим новым 2019 годом. Год свинки Пеппа. Гвардиола. Тут. Ну, указав Гвардиолу, что не хочешь такой ты. Ну ладно. Но речь ничего не об этом. Сегодня мы будем эксперты. И сегодня будем пробовать колу черри и Пепси черри. Ну, начнем с колы, потому что мы тогда с Пепси начинали. И. Теперь источник. А сегодня с колы начнем. Так, тебя начнем. Так, наливаем, короче. С андроидской кружки начнем. Да. Android RK800 Conor. Как ты говоришь раньше? Конор Макгрегор. Ну это я придумал. Это у меня в Гаррис моде. Я назвал Конора Макгрегор. Он сказал, ну ладно, все понятно, он ответил. И там, кстати, Конор тот самый из The Tropic Become Human был. Я в Гаррис моде Петрострой катаю, я вообще ветеран, можно так сказать. Ну да, я делал то, что вчера был гостя Гришановича, люди записывали. И, в общем... Да, ролик завтра выйдет. С премьерой сразу предупреждаю, чтобы вопросов не задавали. Мне осталось только Game Space. Сегодня, кстати, будет новогодний бонус от меня, от Павла Немирова. Так, сейчас еще что-то. Гришанович возюкается. Ничего, пойдет. Так, и где мой лемон? Вот твой лимончик. Твой лимон в Бразилии. Еще скажи в сейфе. Да. В Сирии. Сейф. Сейф. Его охраняет Неймар. И Луис Адриано. Да. Я имел в виду про сейф. Так, сейчас, давай. Капелюсечку давай. Ну, я думаю, достаточно. Ну так, для пробуки это вполне нормально. Приступаем к дегустации. Ну все, приступаем. Ну, знаете, для меня, что Пепси, что вот и вот Кока-Кола, я считаю, что на вкус все одинаковые, но тут как бы сказать бы, ну, тут все-таки кистинка, как обычно, как и классическая Кока-Кола. Ну, Я думаю, что будет оценка где-то 5 из 10. Ну, по поводу Кока-Колы Черри, мне, честно говоря, на Доктор Пеппер обычно напомнил. Поэтому 6 из 10. Мне даже напомнил Доктор Пеппер, но на сахара в ней меньше, чем в обычной коле. Да, тут она сахара будет... минимально, да. То, что на упаковке написано, вот, показываем поближе, чтобы люди понимали, о чем да, мы говорим. Да, поэтому она более полезная, чем обычная кола. Ну, где-то вот 8 из 10. Ну, если в диетических условиях, то это вполне нормально. Да. Диванные эксперты одобряют. Так, ну что, следующее, что будем пробовать, это, конечно же, Пепси черри. Да, давай есть, я... есть, конечно, еще и лайм черри. Точнее, как бы, точнее, Пепси лайм. Но это мы будем в другом выпуске. Ну да, уже и... в будущем году. Но это не точно. Так, теперь начнем с наоборот. Упс, чуть не уронил. То есть со Спартака начнем. Да, спартаковская. Мы фанаты Спартака! Да, мы никому это не показываем. Да. А то фанаты ЦСКА увидят, и нам пару уже нададут. Но это не точно, потому да, что... Если... Да. Хотя они нас в лицо не знают, чем мы тут заморачиваемся с этим. Сразу предупреждаю. Так, секунду. Да, из-за пены вот всегда так. Ну что ж, приступаем. Приступим к дегустации. Пепси, что сказать? Пепси только гораздо вкуснее, чем Кока-Кола. Поэтому оценочка 6 из 10, потому что тут присутствует много побольше сахара, но... Хотя и... тут написано без калорий, но... Да, тут все-таки побольше сахара, поэтому оценочка 60. Ну, моя точка зрения по поводу Пепси Черри, ну, тут написано Wild Cherry, ну, значит, это дикая вишня. А я думаю, зимняя вишня, ну, я перепутал просто. Ну, вкус очень такой приятный, но Доктор Пеппер даже говорить не хочется, в отличие от Колы Черри.
Ну, оценку я поставлю из-за того, что сахара поменьше. Хотя пишу без калорий, а что на деле, придется гадать. Я поставлю оценку 8 из 10. Да. Из-за вкуса, в частности. Ну, я поставлю 9 из 10, хоть она и вкуснее колы, но здесь много сахара. Много сахара — это вредно очень. Да, для здоровья это очень вредно. Уважаемые ребята, чрезмерное употребление газированных напитков вредит вашему здоровью. Помните это. И это может прийти к сахарному диабету. Да, это спровоцирует на сахарный диабет. Как у Биг Рашен Босса. А если будет 11,5 миллимоля сахара в крови, все, вы в коме будете лежать. Это было в этом... Знакомьтесь, Боб, который питался только фастфудом. Да. Ну, это чисто было для экспериментов. Ну, если для эксперимента. Ну, для эксперимента это нормально, ничего. Это тоже, кстати, диванные эксперты одобряют. Итак, ну тоже, напрямую почему все с вами миров. Женек и Гришаныч. Лайки, репосты, подписка на Женечка, на Гришаныча. Ну и, конечно, на меня, на Павла Немирова. И на наши инстаграмы. И наши инстаграмы. Также добавляю группу 2010. Также не забывай мне донатить. Конечно же, и, конечно же, подписывайтесь на наш канал на ютубе. Всем удачи и всем пока. И до новых встреч. Берегитесь.